erstmal merkwürdig fand, war eine meiner ersten Reaktionen erstmal. Да, не знаю, как вы над этим думаете, но когда в последнее время кто-то делал доклад в костюме, то я подумала, может быть, кто-то из этой коллектива, который называется Pink, они уже сделали много классных мероприятий на тему спасения на море, а также насилия со стороны полиции. Пожалуйста, поаплодируйте для наших следующих докладчиков Кони Раннер и Ронни Зоммер, которые приехали сюда из коллектива Pink и будут рассказывать о своих акциях и мероприятиях в последнее время. Да, большое спасибо за то, что помогали нам проводить наше мероприятие. И это вообще прекрасная конференция, одна из самых лучших в мире, где есть много возможностей. А также тем, кто участвовал в наших мероприятиях, которые работали ночами и днями. Поаплодируйте себе, пожалуйста. Мы задумались над тем, как мы себя будем представлять. Давайте расскажем о каких-то проблемах, которые для нас были очевидными. Одна из проблем — это то, что страны глобального юга используются другими странами. Также немецкие экспорты оружия, нацисты в Бундестаге, насилие со стороны политики, криминализация тех людей, которые спасают беженцев в море от того, чтобы они не утонули, европейские границы, которые закрыты для всех остальных, биометрические данные, базы данных. И что мы делаем, как мы пытаемся частично решить эти проблемы? Сложно, конечно, описать это одним словом. Но у нас есть своя тактика, и мы проводим различные мероприятия. Это сотрудник в Бундестаге, он сказал, что он очень негативно относится к людям, которые работают в этом коллективе Pink. Первая акция — это Германия начинает красть. Мы будем рассказывать про разные акции, самые классные или мероприятия. В этом мероприятии мы обратились к проблеме, консумизма, что потребительство. Мы просто подумали над тем, как все продукты, которые мы покупаем, они основываются на теме использования других. И мы подумали, что мы можем сделать против этого. То есть мы хотели сказать, продукты, которые основываются на использовании других, можно запретить продавать, например. Этой акции уже 2 года, мы начали 2 года назад. То есть мы сделали, было 2 опции, fair trade и не fair trade. И 3-я опция — это красть. То есть можно купить в интернете, например, нажать кнопку «Украсть», можно заплатить, украсть или убежать. Можно нажать, сколько цветов или помидоров вы хотите купить, заплатить. Да, то есть как бы вы платите, и этот коллектив передает эти деньги производителям в странах третьего мира или, как говорят, глобального юга. Мы покажем, как это все проходило. Вы любите дешевые цены. Поблагодарите детей, которые выращивают какао для вас
в других странах всего лишь 99 центов. Благодаря сотрудникам на плантациях Бразилии вы можете купить кофе тоже за очень дешевую цену. Что случилось? Но это несправедливо. Я не краду. Я плачу тем, кому нужно. Укради вещи в дискаунтере и заплати тем, кто действительно это заслужил. Акция «Германия начинает красть». Это было классическое developer thinking, мышление тех, кто развивает какие-то технологии. Понятно, что в Германии собственность — это такая священная корова. Но, с другой стороны, понятно, что каждая покупка — это форма кражи. То есть мы пытались повернуть точку зрения в этом плане. Мы хотели показать обществу, что мы крадем у кого-то всегда, когда мы что-то покупаем. То есть наше благополучие основано на кражах у других людей. Очень много средств массовой информации писали о нас. То есть, например, такой заголовок: «Могу ли я спасти мир, если я украду банан?» Очень было много упоминаний в различных дискуссиях в газетах. И даже NGO, организации, которые работают на общественных началах, тоже сказали: «Ой, не делайте, мы вам не советуем, это будет неудачная акция». Также нас пугали, что мы будем платить высокие штрафы, нас принудят к этому. Но у нас очень хорошие юристы, которые защищали нас. И процесс против нас был остановлен. Их называют, этот коллектив называет политики криминальные, левонаправленные преступники. Сейчас мы хотим немного развлекать... А, вот это наш развлекательный жест сегодня. Статья 26. Следующая акция, которую мы сделали, на тему экспорта оружия в Германии, в другие страны. Все, что мы сделали, это мы разделили эту большую проблему на три: на политику, индустрию и производителей оружия. И каждый из этих из трех частей мы сделали различные мероприятия, которые относились к одной из этих трех частей. В этой статье 26 говорится, что Германия может экспортировать оружие. Германия не может экспортировать оружие, но благодаря каким-то способам все равно это происходит, каким-то лазейкам находятся способы. И, конечно же, индустрия, которая производит оружие, очень заинтересована в этом, и ведущие партии, которые сидят в Бундестаге, также. Die sich christlich nennt, und auf
Единственная партия, которая называет себя христианской, мы хотели бы указать на них, христианская демократическая партия. Добрый день, меня зовут Бригитта Эберсбах. Я председатель в партии ХДС. Я работаю волонтером с гражданами, с жителями моего города. После того, как начался кризис с беженцами, постоянно необходимо сталкиваться с темами война и насилия. Но кто виноват в том, что существует война? Мы виноваты. Германия третья в мире страна, которая экспортирует больше всего оружия. И это также причина, почему люди умирают. Так называемое малокалиберное оружие считается виноватым в большинстве смертей в этом мире. Эксперты считают, что Германия виновата в 90% всех убийств в мире. Я политик ХДС и также христианка. Не хочу терпеть такое поведение. Госпожа Меркель, если вы действительно верите в христианские ценности, вы считаетесь христианским канцлером. В статье 26 закона Германии мы говорили, что в Германии должен быть мир. И, пожалуйста, не забывайте об этих ценностях и придерживайтесь этических этики и прекратите экспорт малокалиберного оружия. Мы ожидаем от вас сочувствия. ХДС и сочувствия. Мы просим вас, как зрителей, заходите на сайты, читайте информацию об этом и подпишите нашу петицию ЦДУ и сочувствие. Да, надеемся, вы прочувствовались. Мы показали это видео в 2017 году, и через несколько часов уже появилось такой заголовок. Да, то есть эту тему подхватили очень много средств массовой информации. Хотя мы сделали такое видео, у нас был свой веб-сайт. Мы также организовали даже в ХДС небольшую организацию и актера, актриса, которая участвовала в этом видео. Мы также начали петицию, которую подписали очень много избирателей ХДС. И все поверили, что мы действительно принадлежим к этой партии или частью являемся, и у нас также спрашивали на пресс-конференциях, и после этого все подхватили эту тему. Конечно, через несколько часов мы сказали, да, это видео не было произведено ХДС, не партии, а нами. То есть они сделали так, что все поверили, как будто бы они часть ХДС. И аргументируем, мы хотели показать вам, насколько ХДС является христианской партией. Да, я сказала, было три акции на тему оружия. Это была первая акция. Вторая акция — это мы выбрали Heckler & Koch. Это тоже производители оружия. Они экспортируют в США и Англию. Heckler & Koch говорят, что у них очень много. Они пытаются быть этической компанией, брать на себя ответственность за то, что они производят оружие. И они представили себя также сотрудниками Heckler & Koch.
они нашли магазины, которые у них на сайтах были указаны, и написали письма этим в эти филиалы фирмы Heckler & Koch. Они написали, что, пожалуйста, пришлите нам все оружие, которое Heckler & Koch вам доставила, обратно, потому что США не является страной, надежной страной. Это текст, который они написали. Представьте себе, Heckler & Koch является жертвой нашей акции. Это сообщение стояло у них на их сайте. А третья акция, мероприятие, была самая трудная для нас, потому что она касалась производителей оружия. Потому что они не ходят на общественные какие-то мероприятия, они довольно-таки пытаются спрятаться от общественного интереса, не показывать себя. Ну, мы сказали, ну хорошо, если они не ходят на общественные мероприятия, то мы пригласим их к нас. И мы сделали такой приз для, за безопасность и мир в мире. И хотели его кому-то, кого-то наградить этим призом. И также предложили, мы взяли, сняли отель для них. Забронировали отель. Немецкий приз, немецкая награда за безопасность и мир в мире. Это один из продавцов оружия. У нас 8 фирм согласилось. И мы сделали стратегическую ошибку. Мы сказали одному производителю, что кто-то другой придет, и, но как-то они между собой общались. Да, мы сейчас будем награждать, будем предоставлять этот приз производителям оружия. Да, сейчас мы начинаем. Заходите. ThyssenKrupp Marine Systems, синяя, это именно название этих фирм. 1700 миллионов евро сумма, на которую они продают оружие. Вот, показывает палец на коррупционеры и кому они продают? В Египет, в Грецию, в Индонезию, в Израиль, Пакистан, Турцию, Южную Корею. Дорогие дамы и господа, почему мы здесь сегодня собрались? Это особенное мероприятие. Я рад наградить сегодня вас этим призом. Немецко-французский приз по безопасности и миру. 30 минут позже я говорю о статье 26. У нас сегодня есть тайный победитель, которого все, наверное, знают. Я хочу взять его цитату. То есть оружие, которым мы ведем войну, могут производиться только с разрешения Бундестага. Этот приз сегодня идет фирма ThyssenKrupp Marine Systems. Спасибо предприятию. Я не верю этому. Он боялся нас. Он не захотел принимать этот приз, эту награду.
Но мы все равно будем награждать эту фирму, хотя этот человек, руководитель, он не захотел взять эту награду, он убежал, ушел. Ну, мы, конечно, хотели, чтобы у нас было видео, когда производитель оружия получает лично этот приз и радуется этому, но у нас этого не получилось. Ну, из этой акции появилась большой дебат, дискуссия общественная. Например, партия СПД написали в своей программе, что они запрещают производство малокалиберного оружия в страны, кроме Европейского Союза и кроме стран НАТО. Следующая акция. Мы пошли к Rheinmetall, и там еще раз есть у артикля 26 законов, которые мы написали. Мы еще раз переписали закон о контроле военных оружиях. Здоровый хэк. Спасибо большое. Спасибо за напоминание. Да, я не знаю, может, вы вспоминаете, когда мы дискутировали, как мы должны с АФД, партией и с нацистами вместе общаться, как с ними общаться и так далее. Это было такое время, когда Беатрикс фон Шторх, она объясняла стратегию массовой информации и как они что будут говорить, чтобы пресса правильно их как бы говорила о них, и они говорили, что Хеклер это. Так важны для них. Ну, вы знаете эту историю. И как общаться с этим? Она сказала, пресса будет на наш политический ислам, как ни в какой другой, ни другая тематика программы обходить с ними. Вот мы переоделись как клоун. И я внес торт, и случайно споткнулся, и вот вы, может, увидели. Очень-очень важно при этом, до того, как я бросил торт, я сказал «глуп». И только когда это сказал, ты... часть кондитерской ассоциации, и это важно очень это сказать, эти три слова «глуп». И у нас нет фотографии, к сожалению, как она была заброшена, но она для нас это сделала, и интернет это очень воспринял хорошо, и сделал мимы из этого, и были хэштеги. И при следующей демонстрации против АФД кондитерская была полиции отгорожена через полицию. И были катапульты из тортов, и были попытки это повторить. Хью Бронсон, например, кто-то получил торт, и Сара Вагенкнехт, когда она занималась закрытием границы, тоже получила торт в лицо. И полиция была вызвана в Ольденбурге, например. В внутреннем протоколе полиции стоит, что был построен катапульт торта, и газета Bild спросила, конечно же, самые интересные, интересующие ставители вопросов, был ли этот торт финансирован средствами общими.
налоговыми. И люди, которые правоэкстремистские, они очень относятся хорошо к этому. Но после броска торта это считается и в Германии отличное политическое средство. Хорошо. Схаковали. Haunted Landlord — это акция, которую мы к Хэллоуину подготовили. Это акция для Мит-маркта, для рынка арендов, арендующих квартир. И очень мало людей могут себе позволить квартиру и могут сделать что-то против этого, потому что они сидят не на том конце пирамиды власти. Но есть очень много дырок в законе, и есть несколько историй. И мы хотели одну написать, и для этого мы искали несколько несколько примеров. И мы нашли примеров, и мы из этого сделали MP3-файлы и написали бот, который звонил владельцам домов и сделали видеоролик. Пэнк коллектив представляет. В эту осень возвращаются выброшенные из квартир. И будут охотиться за теми, кто их выбросил, вышвырнул из их квартир. Берлин, 1:47. Звонок у одного выброшенного. Вы не заплатили за ваше тепло. Ваши жители страдали 7 недель в холоде. Вы нас обманули, чтобы нас вышвырнуть из квартиры. Сделали трюк, и в итоге этого цена на квартиру удвоилась после нашего выезда. Привет. Вы оставили квартиру в заброшенном состоянии. Вы хотели нас таким образом вышвырнуть. Это происходило дальше и дальше. Возврата выброшенных из квартир. Да. Это был бот. Он 30-50 раз в день звонил. И у нас были личные номеры, мобильные и сетевые, и номера. И каждый раз, когда заблокировал, был один номер, бот звонил другому номеру. И вначале у нас были 6 домов, которые мы вначале нашли. И в итоге акции в продолжении дальнейшем еще больше домов нашли. И там мы им тоже рассказывали. И в конце 600 минут террора по телефону, который мы... Мы делали. Но никто не юридические методы против нас не направлял. И мы это сделали так. И мы могли это сделать так, потому что им нужно было лично, извините, им нужно было бы опубликовать адреса
тех домов, из которых вы выброшены были люди, и это никто не хотел давать, эту информацию. И таким образом, эта акция, она даже в мир художества приземлилась каким-то образом. Это в Берлине, в Доме искусства. Мы даже в журналах были, попали таким образом. Вот это у нас интерактивная инсталляция, где люди могли делать такие звонки. Мне тоже? Да. Нужно вдвоем это делать. Здорово. Спасибо. Так, Макс Кади, это что? Это очень комплексная тема. И мы это сделали в Гамбурге в рамках одного фестиваля, фестиваля города. И нас пригласили, и мы думали, что мы будем там делать. И вы, может, знаете, что после изменения закона об электронном паспорте в июле государство, милитарические организации и секретные службы, и таможни, и организации по охране Конституции, все, которые вы можете там увидеть, плюс еще налоговые организации, могут смотреть и читать ваши паспортные данные и фотографии, и биометрические данные. Это мы можем благодарить Демезье за то, за это. И не нужно для этого никакого суда. Это все работает очень просто. Это работает как часть европейской возможности Растафандунг. И нам это очень нравится, и мы хотели найти способ, как можно против этого протестировать. И Обчан К, он начал делать паспорта с измененными фотографиями, электронно измененные. Можно, благодаря симметрии лица, два лица в одном объединять, и таким образом два лица могут проходить через, например, паспортный контроль таким образом. Это было очень просто, процесс очень простой, непроблематичный. И этот паспорт мы вначале взяли, чтобы люди... Мы вначале выставили в галерее, чтобы артисты, художники могли получить за это. Аплодисмент. И полиция была вызвана, и они думали, что это, что это будет какая-то там незаконность. Но в галерее это было все без проблемы. Полиция, конечно же, ничего не делала против этого акции. И после этого мы на следующий день поставили контейнер на улице, и люди могли с помощью фотобокса после короткого разговора, они, например, могли спросить, как пользоваться Face ID аппликацией, как они номерами могли
И мы в то же время спрашивали их политическую, их политические взгляды. И после этого у нас была база данных правоэкстремистов. Мы взяли такую базу данных, людей, которые нам не нравятся, которые кретины. И мы могли скомбинировать с помощью нашего сервиса, с помощью средств культуры Гамбурга. И это не получилось всегда. Вот один пример, где работать очень быстро, и этот алгоритм хотел это делать с помощью нейральной сети, и он при определенных обстоятельствах тоже не может работать всегда. И если вот люди хотят это исправить, то, пожалуйста, помогите нам. Вот вторая часть нашей акции, после того, как это все попало в сеть. Это мы сказали, что это только акция такая, которая существует для того, чтобы подавлять другую акцию, где мы как бы сказали, что мы часть организации людей, которые отправляют других людей из Африки в Европу. Смысл этой акции было то, чтобы предотвратить то, что люди тонут в Средиземном море, которые хотят, как беженцы, приехать в Европу. И акция против контрабанды беженцев. Да, то есть они нашли также организации, которые с ними хотели сотрудничать. Я сделал такой паспорт и передал ее. Все остальное должно было произойти автоматически. Заголовок: активисты хотят подарить паспорта, подарить подделанные паспорта гражданам из Ливии. Мы хотели положить такие паспорта в ящик. Ну, мы положили такие паспорта в ящик и пошли на почту и отправили их в Ливию. И у нас не было там паспортов, а трекер, который нам показывал карту, как эта посылка движется. Да, можно... Но эта посылка осталась в немецкой почте, и там лежала 3 недели. Никто ее не посылал дальше. Мы удивились, почему она не движется дальше. Там также была камера внутри, которая делает фотографии, если происходит какое-то движение. Мы все-таки сидели и ждали, когда же придет имейл от сканера или от фотоаппарата. И вдруг связь оборвалась, и ничего не произошло. Пришла посылка обратно, сим-карта была... Сим-карта, карта памяти была разрушена. Я спросил почту, что случилось. И они не дали нам никакого ответа. Mm-hmm.
То есть мы ничего не выяснили. Следующее мероприятие называется Vote Buddy. В 2017 году они начали незадолго до выборов в Бундестаг. И после предыдущей акции он хотел добавить, что паспортные фотографии можно теперь делать только в определенных местах, где также эти паспорта делают. То есть на наши акции есть какие-то ответы от учреждений государственных. Этот закон еще не выпущен, не утвержден, но есть черновик закона. То есть, в принципе, с помощью определенных приложений можно очень легко изменить свое лицо. В принципе, не все акции, наши мероприятия имеют только позитивную сторону, есть и негативные тоже, или вопросы, которые мы сами себе задаем, какие последствия они вызывают. То есть иногда цель нашей акции — это показать какие-то лазейки в безопасности. Итак, возвращаемся к выборам в Бундестаг в 2017 году. Мы хотели показать, что очень много миллионов людей не могут выбирать, потому что те, кто могут выбирать, они должны иметь определенный возраст, а все остальные, ну или, например, те, кто не являются немецкими гражданами, они не могут участвовать в выборах. Я все как всегда. Я не знала, кого выбирать. Но классно, в этом году есть акция «Пинг». И мне даже не нужно решать, кто-то может за меня решить. Vote Penny объединяет людей, которые не знают, кого выбрать. Я уже 20 лет в Германии, и впервые я могу участвовать в выборах в этом году. Я нашел Buddy, и теперь могу проголосовать в Бундестаге. То есть можно было обменять голоса на выборы в Бундестаге. Если кто-то не знал, кого выбрать, то тот, кто знал и не мог, могли поменяться местами. Например, справа сидит мужчина, который говорит: «Я не могу выбирать», а слева от него: «Не хочу выбирать». То есть написаны шаги, которые нужно сделать. Здесь видно лайв, онлайн, кто зарегистрировался на нашем сайте. Есть даже шоп, магазин, онлайн-магазин, где можно купить картофельные чипсы, например, с нашим логотипом. У нас есть также вопросы и ответы на странице. Даже, например, вопрос, легально ли меняться голосами, и они ответили: нет, нелегально, поэтому наше главное управление находится в Нью-Йорке. После того, как ты зарегистрировался, появляется подтверждение в виде имейла. И в этом подтверждении написано: хорошо, тогда жди, пока у тебя появляется Buddy. И мы везде сделали рекламу нашего сайта. И, например, правонаправленные блоги, они... Правонаправленный блог, он клюнул на нашу удочку.
нацисты очень быстро клюнули на эту акцию и начали постить информацию про нее. И пишут ответы, например, для беженцев эта акция означает, что они могут сделать немецких граждан меньшинством или хотят вынудить их стать меньшинством. Да, то есть руководитель Бундестагсва выборов также написал им. Следующий заголовок. Руководитель выборов в Бундестаге хочет заблокировать этот сайт votebuddy.de. И я так отреагировал на это. Я сделал вид, что я сижу в Нью-Йорке, в моей фирме, стартапе, и что я очень занят, у меня много звонков и имейлов. Но было иногда несколько классных звонков. Например, журналист Ларс Виланд. Спасибо ему большое, если он здесь находится. Он нашел мою биографию. Он спросил, вы же работали раньше в организации GEZ. Кто был тогда руководителем? И вы работали в организации Friedrich Ebert Stiftung. Кто там был руководителем? И тогда я тоже не смог ответить, и тогда мы оба начали смеяться. Ну, и он сразу понял, что моя биография неправдивая. Ну, и тогда на день после этого мы сделали длинное интервью вместе с ним. И мы сказали, что выборная система в Германии является дискриминирует многие группы людей. Поэтому нужно реформировать выборную систему, чтобы больше людей могли участвовать в выборах. Но я хочу добавить, что такие акции, как это, мы уже сегодня не будем делать. Наша цель была, чтобы эта дискуссия про выборы и те, кто имеет право делать выбор, она перешла в центр общества, то есть ну, из определенных кругов стала интересовать всех. Заголовок VoteBuddy — это фейк, и правонаправленные блогеры тоже начали участвовать в этой акции. Но один из негативных, то есть как бы наша цель была достигнута, что дискуссия в обществе началась и начала дискутироваться всеми, но с другой стороны многие нацисты восприняли это как подтверждение их уже существующего мнения, что выборы это все равно обман и как бы нету смысла идти на выборы. Да, у нас, конечно же, есть адрес. У нас есть почтовый ящик в Нью-Йорке. Фиктивный адрес. Так, у нас еще 12 минут. Я постараюсь немножко поторопиться. Это было в 2018 году. У нас был доцент в такой в виде гостя. И мы работали вместе с одной группой, которая называлась «Класс полицейских». Они уже тогда делали несколько акций, и они очень классные. И мы хотели сделать акцию к баварскому закону о полиции. Этот закон
он разрешает полиции очень-очень много вещей делать, и у нас были... как, например, милитаризация полицейских или других, и это все оправдается как через возможную опасность. И когда она есть, она всегда есть, то полиция может контролировать чаты и телефонные звонки. И мы хотели это перевернуть и сказать, что опасность — это полиция вообще. И для нескольких групп это уже всегда было правильно, действительно. Например, для бедных людей, для не белых людей, для и так далее. И мы думали, вот сейчас настоящие хекеры начнут смеяться, но мы думали, мы хотели автоматизированное узнавание картинок в Мюнхене, в городе прямо на улице, на площадях. И мы... Они узнавали полицию. И мы пробовали эту модель тренировать с помощью игрушечных автомобилей, на которых полиция была написана. И в настоящий... У нас не было возможности. Мы не могли тренировать эту модель в настоящем мире. И поэтому мы разработали app, где люди могли участвовать. Когда они будут контролированы полицией, то они могут сообщить. Это то, что они были контролированы через эту app, и другие люди будут знать. И реакции, как на картинке. Вот в газете ТАЦ журналисты, которые знали об этой акции, они писали про это, и после этого уже как-то реакции потихли. Но после этого полиция сама связалась с нами и сказала открыто, что им это не нравится. А после этого желтая пресса сказала, что начали ругаться про это. И начали стилизировать эту программу как очень опасную, что на самом деле неправильно. И они сказали, что хейтеры полиции — это мы, якобы. Они преступников. Это вас преследует. Вот это моя любимая картинка. Я ее поставил в рамку и повесил на стену. Вот. После этого политика еще. Политики, конечно же, хотят сами себе имя сделать. И ЦДУ сказала, что им это не нравится, и они хотят это запретить. Кристиан Линдлер поставил запрос Бундестагу. И это очень эскалация была высокая, если сравнить это с тем, что эта программа на самом деле делает. Вот то, что Кристиан Линдлер запросил. Самый интересный вопрос — это охрана Конституции интересуется ли нами? А ответ? Вот такой огромный ответ они получили. Это точно не просто нет. Непростой нет. После этого была конференция министров внутренних дел в Магдебурге, и они продумали, как они будут с этой программой COPMAP, в кавычках, будут обходить. Вот это в Швейцарии, вот в Великой Британии. Вот еще обзор маленький. Что это в итоге нам принесло? Дало. Этот закон
его приняли, но мы смогли сделать, чтобы за одну неделю все повторили сообщение наше и говорили об этом. И мы смогли задержать. И большие проблемы, они были тематизированы в прессе. И это огромная удача. Были, конечно, полицейские копы, которым нравилась эта акция. Вот Оливер фон Добровольский на Твиттере, который говорит, что есть проблемы в полиции, и которым понравилась эта акция. Вот еще... Там вот кто-то в публике сидит. Мост через море. Это такая акция, которую мы еще сделали. Ситуация, вот вы можете вспомнить, это было время, где корабль Lifeline не мог в гавань, в порт, и мы думали, мы сделаем такой мост, потому что политики, они не интересовались, они нисколько этим не интересовались, и мы смогли много людей послать на улицы, и они демонстрировали инкриминализации, спасание кораблей в морях с беженцами. Вначале это все нашлось в Телеграме, в программе, в мессенджере Телеграм. И пришли друзья, которым это не нравилось, все, что люди топят, и хотели что-то против этого сделать, и хотели разрешить кораблям. И мы очень много экспериментировали с чат-программами, но проект вообще начался с этим видео. Германия очень красивая страна. Она знаменита лояльностью, респектом и ответственностью. Германия — это синоним, но иногда и юморизму. Германия всегда может... У Германии всегда есть друзья, на которых она может... Вот инициатива Министерия внутренних дел, строительства, и мы хотим поделиться этой акцией, чтобы мы остались теми, которым мы хотим быть. Германия до конца 2019 года берет всех беженцев, которые должны быть спасены. Помогите нам. Вы можете нам помочь. Мост через море. Вот. И самое неправдоподобное. Мы... Видеоролик от имени этого министерства сделал этот видеоролик. Вначале политик Хорст Сейхофер, христианской партии Германии, вначале позвонил, потом Google, потом министерство и организация BMI нам позвонила, и мы были очень счастливы, что они могли вначале сами с собой поспорить, и в это время вы могли вот такие вот ролики выпускать. И не самое неправдоподобное это то, что это началось с этими людьми, и сейчас у нас больше 100 локальных групп, больше 130 безопасных гаваней. И в этом году
Только в этом году больше 3000 акций во всей Европе. И сейчас должна начаться инициатива в немецкой Думе к 23-му параграфу, чтобы люди не должны были спрашивать самого Зейхофера. И я должен еще сказать, подчеркнуть, я работал сам 3 месяца, и это мы не начали это. Но это очень... Примите участие здесь. Это очень красивая акция. Правительство уже не работает над этим. И все кончилось хорошо. Вот короткое дело еще. Critical Campaigning Manifesto. Что за правило, которое мы должны соблюдать? Как ориентация? Я написал Critical Campaigning Manifest и пытался 11 или 12 вопросов поставить, которые можно просто дать этой акции. Это очень такие базовые акции, как не бороться за то, чтобы акция как можно дольше жила, но чтобы цель политическая, такая акция, для тех, кто хотят сами устроить такую акцию. Я знаю, у нас нет уже времени, но я вам показал, что не нужно много средств, чтобы такие интернет-акции совершать. Можно, если найти смешной хэк, уже очень далеко пройти таким образом, очень длинную дорогу. И если кто-то хочет нам помочь, мы очень будем рады, если кто-то найдет лики или интересные эффективные почтовые ящики, или email почтовые ящики, или если у вас есть время, идея, например, какую-то дрону построить, которая будет лакировывать какое-то здание банка, то идите к нам, сообщите это нам. Еще один последний пункт. У нас очень много слепых мест, и мне это немножечко неприятно, то, что мы все белые, и что мы, никто из нас не транс. И у нас очень узкий коллектив, и мы хотим расширить немножечко наш коллектив. Если у вас есть какие-то инспирации в этом виде, то говорите с нами. Спасибо вам большое.